девочки, мальчики, утро. Вот мой стадион. Я, конечно, собралась в спортзал, но что-то я думаю, я даже туда не дойду. А лучше пойду, просто сегодня так свежо, и пойду вот на тот наш стадион, побегаю. Там столько народу бегает сейчас. Я посмотрела. Сейчас они пойдут на второй круг. Прям целыми семьями девочки. Я должна быть среди них. Все, так что пойду, сейчас быстренько переоденусь. И вперед, наушники в уши. Тёмка спит. Видите, каков тернистый путь к спорту. К себе, девочки. К себе. Оп, оп. Вот эти ребята, они, по-моему, и... Что-то у меня близко. Они и бегали. Теперь буду бегать я. Ну, вот я такой человечек. Что мутная камера. Вот, вот мои брови, которые мы красили с вами неделю назад, наверное. Кепочка. Свежо на улице. Иду с бутылочкой. Так что возвращаемся к себе. Чё, думаю, погода хорошая. Пусть даже маленький дождик будет. И все. Нам сегодня попозже просто на работу. Сейчас будний день. Аленка на спорт пошла в свой клуб. И мне говорит, давай я за тобой заеду. А что-то пока я думаю, дойду до этого клуба. Там. Ну, тем более я там буду ходить там или бегать. Ну, ничего такого серьезного. Думаю, так я лучше тогда побегаю у меня под окном. Так, вот. Весь стадион в моем распоряжении. Пустой. Меня ждал. Сейчас я бутылочку поставлю и побегу. Музыка уже в ушах. Вот так. Всем физкульт, привет. Куда-нибудь ее поставить. Словно в черную дыру попадаю, как цветочек полевую видаю, потянула на лирику. И не естся, и не спится, в колесе моем погнулись спицы. Ведь любимая моя, словно птица, улетела в Америку. И ты уже далеко, и ты уже далеко, и ты уже далеко от меня. И между нами кирпичи и стены, улицы, дома и города, и страны нашей солнечной системы. Ты уже далеко, и ты уже далеко, ты уже далеко от меня. И между нами кирпичи и стены, улицы, дома и города, и страны нашей солнечной системы. Я как фильм. Я как ворон. Так, я вот сижу, чуть-чуть как будто... тренировалась, конечно, надо отжиматься заново вообще. Все забросила, выпады поделала. Где-то 50 штук. Вот, сейчас чуть-чуть как бы отдохнула, да, пока такое делала все. И хочу еще пробежаться в таком лайтовом. Ну, я и бегала в лайтовом темпе. И, кстати, 6 кругов прям пробежала сразу, потому что темп был такой, я выбрала... Ну, спокойный, вот, как Тёмка делает. А то раньше я 2 круга сделаю, отдыхаю. Я поняла, просто я гналась очень сильно. А надо по чуть-чуть. Так что сейчас еще несколько кружочков, как смогу, и все, пойду домой. Вот сейчас уже прошло, наверное, минут 15. А бегала я где-то 10. Вот. Я пойду домой. Аленка, к клубу не подъезжай. Я на улице уже бегаю. К дому давай. Девочки. Я уже после душа, после бега. Шикарно. Так, стоп, моя. Вот. Я в полотенце, если что. Так,
Хотя я с утра делала вот такую, вчера купила в Окее, да, может быть, вы видели, вот такую масочку для этих самых глаз, вокруг глаз, то сейчас придется все это, ну, она свое действие произвела, так сказать. Так, начинаем с тоника. Так. Вот это, что называется, утро, когда не надо, не то, что не надо, да, не надо на работу к 9. Понимаете? Все можно успеть. Я также встала, ну, правда, не в 6, а 6:30. Попила кофейку, чуть-чуть гимнастику, ну, буквально чуть-чуть, девочки, там даже показывать нечего. С этой палочкой туда-сюда, вот. Тёмка спал и пошла, значит. Погладила чуть-чуть, у меня там были полотенца, две рубашки. Потом достирала вторую партию, все как бы вчера начала, сегодня достирала всю одежду Тёмы с дачи. Да, он был у мальчика на даче. Вот, потом что я сделала? Свои джинсы постирала. Что я еще сделала? Ну вот, и уже собралась уже на спорт идти, потому что с Аленкой договорились, она пойдет в клуб свой, естественно, а я в свой. Опять я забросила, давно не ходила с этой работы. И я такая думаю, так, сейчас надо, значит, собираться, это туда мне идти 20 минут, потом, значит, там все переодеваться или что, потом это, то, все, думаю. А погода, знаете, не жара, а вот такой, даже как будто бы чуть-чуть, как будто я уже уходила, когда со стадиона, уже такая морось маленькая была, ну, дождь не начнется, но так пасмурно и свежо-свежо. Я как посмотрела, и там смотрю, бегают, я думала, что это как бы семья бегает, а это там дети, оказывается, бегают. А потом они в баскетбол играли, вообще молодцы, такая команда. И я думаю, господи, а почему мне-то не побегать, буквально там полчасика, 20 минут. Я быстро оделась, что там, наушники в уши и все, и вот, пожалуйста, шикарно. Аленке записала видео, что не подъезжая к клубу, я не пошла, я на улице бегаю. Шикарно. Вот. Так, девочки, под глаза у меня все еще Ланком. Ну, конечно, ни с чем не сравнить. И жирненький, и питательный. У меня сейчас все лицо как бы, все, кровь подступила. На удивление, я сегодня прям такая выносливая, прям хотелось бегать. Я после этой тренировки еще 3 круга. Значит, я сначала 6, потом чуть-чуть потренировалась там, как бы отдохнула, так скажем, а потом еще 3. И замечательно. Вообще, потому что я такой выбрала темп. Такой, знаете, говорят, что лучше долго, ну, как бы для здоровья, да, там, для сердца или для чего, не знаю. Значит, лучше долго, например, час заниматься, ну, я полчаса только. И держать такой уровень пульса, вот именно там не заходить, да, там, до бессилия, а именно, типа, бегаешь, бег такой темп, что можешь, как бы, чуть-чуть разговаривать. Вот, так что я таким лайтовым бежала в темпе таком, и достаточно прям хотелось и хотелось. Так, и крем Люмине. Следующая моя покупка тоже будет Люмине. Пока что я... Ой, ну аромат я не могу. Такой вкусный. у меня прям одышка. Очень нравится. По консистенции, по аромату. Жалко тоже, дорогой, господи. Но куплю еще его. О, Тёмка. Тёмочка пляснулся. Так. Вот. Поэтому на чем я? Я думаю, побегаю. И все. И я побегала. И шикарно. Темп такой лайтовый. И прямо очень все хорошо. И через полчаса я уже была дома. Сейчас макияжик. Сегодня, наверное, легкий. Вот. Так что, девчонки, не думайте, что я прям такая, прям каждый день, это Алена каждый день занимается, ходит в клуб. А я, вот у меня был такой как бы застой, вот из-за работы, потому что я вечером тоже работала там все это. И вот я не хожу в клуб,
И вот долго, получается, не хожу. А потом начинаю ходить и хожу. То есть, понимаете, тем более я такой человек вот крайностей. То есть мне нужно так уж не ходить, чтобы потом заходить. Так что я вот так у меня. Вот у Алены вот так она, да. Каждый день у нее все по плану. Вот. А у меня вот есть такой подъем. Вот я и хвалю себя, что я сегодня побегала. И завтра, возможно, тоже, не знаю. Вот. Так что, девчонки, ну да, конечно, я тоже себя заставляла, потому что у меня во мне боролась. Одна, я пойду в клуб, другая, да я лучше побегу, а третья. Кофейку налей еще раз. И полежи, посмотри в Ютубе. Вот так. Но выиграла та, которая на улицу побежала. Все, девочки, всем пока. Всем хорошего настроения. Вот, подписывайтесь, оставайтесь со мной. Всем хорошего дня.